Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Евгением мы будем продолжать нашу рубрику «Гоночки в Майнкрафте», да. И да, ребята, всем привет, и эта серия выходит только благодаря вашим лайкам, так что спасибо вам! Конечно, спасибо, огромное спасибо, но мы скажем вам еще раз огромное спасибо, если вы влепите огромный палец вверх и на вот этот мой видосик, и на видосик Евгения, если мы наберем по 15 тысяч лайков, сразу же выйдет следующая серия, мы обещаем, но это еще не все, что, Жека, еще нужно сделать, самое главное. Конечно же, подписаться на наши каналы, мне кажется, нужно. Естественно, естественно, поэтому обязательно подписывайтесь, нам будет приятно, а мы погнали, погнали. И что это ты тут выставил свои красные машины? О, все красные, ты заметил? Все красные, все красные. А почему у меня одна белая? Потому что там не было вот этой синей, не было, поэтому я белую поставил. Да, понятно, понятно, несправедливо, несправедливо. Флаг Финляндии, понимаешь, почти, надо по центру было поставить. Эдисон, я знаешь, что хотел сказать? Что у нас сегодня необычная гонка, потому что мы сегодня будем делать кое-что, что не делали в предыдущих сериях. Шо? Шо? А вот это вы узнаете, когда посмотрите полностью ролик, так что не переключайтесь. Мы, как всегда, построили эту карту сами. Ну, как бы не всю карту, конечно, мы построили, а гоночную трассу. Мы же ее сами строили, да. Поэтому, Жека. Поэтому лайк нужно поставить. Обязательно, обязательно. Жек, какую машинку мы выбираем в первую очередь? Я не знаю, давай вот я хочу на белый. Я готов, так, ну что, мне кажется, орать не нужно, потому что все равно как-то не получается. Получается, ну хорошо. Тогда давай, давай. Раз. Ага. Раз. Ага. Трис! Не, все же, мне кажется, нужно орать, потому что есть задержка или нет. Да, фальстарт, понимаешь, фальстарт. Фальстарт. У меня не было фальстарта, это просто не услышал сразу же все, понимаешь? А какая вообще задержка в Дискорде? Ну, секунда где-то, да? Я ну не знаю, слушай, как это происходит. Ну, судя по угадай, постройки нашей рубрики, да. Подожди! В смысле, ты не толкайся, ты не толкайся! Что произошло вообще? Ой, у меня карта не прогружается. Карта не прогружается! А что делать? Что делать? Аномалия, аномальная зона! Я, короче, за тобой просто еду, и хорошо, нормально. Хорошо, давай, давай. Так, Эдисон, вот о чем я говорил, у нас сегодня. Я думал, я сюда заеду. У нас сегодня на самолетах будем, на самолетах летать будем, ты прикинь? Который я не могу сесть. Я тоже не могу сесть! О, все, я сел! Я не сел! Как сел? Поставил какие-то самолеты непонятные! Жека, я уже полетел! Я сел, все, я тоже лечу, точнее, я. Ты уже полетел, я еще тут. Я уже полетел, я уже полетел. Я еще ехаю, я ехаю. Хорошо, ты ехай. А на самом деле, я тебе честно скажу всю правду про наших подписчиков. Готовы узнать? Готовы узнать все секреты? Подногот наших подписчиков, хорошо. На нас все бомбили в предыдущей серии, когда мы решали ждать друг друга, понимаешь? Все бомбили, просто все бомбили. Да, я что-то даже не видел. Все горели. Вы дебилы, почему вы ждете друг друга? Теряется, типа, весь смысл вот этого экшена, соревнования и прочее, прочее, прочее. Ну просто иногда ты застреваешь не по своей вине, а по вине... Карты Майнкрафта, да. Это все-таки не настоящие гонки, мы же... Это все-таки Майнкрафт. Подожди, машина, как сложно управлять. Это... Так, у меня самолет куда-то влетел, в здание врезался. Так, я вообще не знаю, куда я вам там влетел. Подожди, а ты нормально упал? Не врезался никуда, все нормально? Не, я вроде бы... Наши самолеты друг друга впечатались, и они... Я уже еду до финиш. Хотя какой финиш, мне кажется, финиш еще не скоро, но все же, я уже поехал, Жека. Да, я лечу. Ты еще летишь до сих пор? Ну, в смысле, лечу на машине. Лечу уже на машине, фига себе, я думал, летишь до сих пор. Я тебя даже не вижу, если честно, видимо, ты меня прям сильно... Чего? Эдисон, у меня проблемы. Какие проблемы? Я не знаю, куда ехать. В смысле? Я в воду впечатался, и, короче, вообще... все, я нашел, куда ехать. Какую воду? Я нормальный, Ты нормальный? Это там воды нет. Я нормальный. Я просто, понимаешь, я немножко не изучил нашу трассу, я поехал куда-то... Понастроил тут всякого непонятного. Тебя колбасит, Жека, я так и понял. Меня колбасит. Слишком много кофе выпил, да, мне кажется? Да, меня просто колбасит. Колбасит. Жека, я уже... Давай! Так, подожди, куда? Что ты, я не понимаю! Понастроил тут всякого непонятного. Я вижу твой не...
никнейм, а ты уже где-то на мосту, да, каком-то? Я уже переехал этот мост. Я уже на парковке. А я еще на парковке, он, а знаешь, где я? Я в жопе. Вот что я хочу сказать. Возможно, возможно. Я только заехал на мост, понимаешь? А, только сейчас, да? Шумахер из меня самый лучший. Короче, я понял, в чем причина. Эдисон, ты мне Жигули, да? Все возможно. Нет, туда. Конечно, я криворукий, но. Да. Я не знаю. Подожди, бензин кончился! Так, я заеду на заправку. Мне кофе один, пожалуйста, спасибо. Так, подожди. Так, кофе выпил, все выпил. Да, кофе попил. Я вот еще только на заправке. На заправке? Хорошо. Ты доезжай. На заправке, на парковке. На парковке. Я слышал это своими заправками. Нормально. Я уже проехал, это заправка после парковки. Я там уже кофеечек выпил, если что. Да, там есть кофеечек. Там есть кофеечек, да, можно, да. Это маловато, немножко кофеечка просто, да. Вы все заметили, да. В общем, я первый круг уже проехал, если что. Все, я уже на финише, точнее, на финише черточка старте, понимаешь? Я уже тебя... Да, я такой еду, такой та-та-ра-та-та-та. О, ты так не... Все, я выиграл, ты не пересек черту. Понял, второй круг, я тебя жду, давай второй круг. Разворот, только не сбивай меня, не сбивай. Полицейский разворот! Не, водитель из тебя никакой. Машину, бери машину! Сейчас уберу. Бери машину. Так, ну что, у нас типа будет второй заезд, да? Второй заезд, я так думаю, да. Так, посмотри, во втором заезде я точно должен победить. А, я понял! Просто машина... Белая, а мне белая. Да, кстати, это всегда. Не твой цвет был, не твой цвет. Сейчас не мой, нужно не синий. Не мой цвет. Да. Я просто поддался, на самом деле. Я поддавался. Хорошо. Давай второй раунд, второй круг. Моя машина, это моя машина! Так, а мы забыли. Опа. А мне? А у тебя меня больше нету. Я гонщик, а ты нет, понимаешь? Иди в жопу. Так, подожди. Не на это ехать. Не, вот надо. А где твоя пропала? А моя все. Украли! Так, хорошо. Хорошо, да. Я тогда на вот это. Красные полосы. Моя ты машина. Давай. Раз, два, три! Вперед! Да я шучу. Ладно, поехали, да не, так нечестно. Так нечестно, да нечестно так. Он как бы инициировал вот это вот все, вот это вот происходящее. Я ж просто приколист, понимаешь? Я буду шутить. Хренов, как теперь это остановить? Я буду сейчас орать, готов? Охрененно, мы так начинаем, давай. Я ору. Короче, ору такой, типа. Ора! Подожди, еще раз давай. Раз! Два! Три! Да все, хватит, все оглохли! У всех подписчиков просто наушники лопнули, мне кажется. Так, ребят, не надо толкаться! Ты не толкал. Ты меня так толкнул, я чуть не врезался! У меня ты вообще, знаешь, так колбасит так, что просто, ну, прям хорошо так колбасит. Колбасит, мать вашу! Я ненавижу эти повороты! Я тоже ненавижу. Сам строил, понимаешь? А вот дальше вообще будет непонятно. Да все там понятно, Да все там понятно. Я там в речке покупался, еще. Да у нас на карте, в принципе, речки нету. Ну там не речка, там такое озерцо. Озерцо. Так, подожди, если я сейчас не смогу залезть. О, я залез! Кот! Я не могу! Вот и все! Ненавижу этот самолет! Полетел он! Жека, подожди. А, ты смотри, как он от меня уже оторвался! Жека, стой, зараза! А как я тебя остановлюсь? Я у меня карта даже не пробирается. Даже... На паузу поставь на паузу! Сейчас, подожди, как, где кнопка паузы? Shift, да? Нет, W. Нет, не W, подожди. Да, Shift! Shift! Нажми на Shift! Я сомневаюсь. Верь мне, я твой друг, Жека, поверь мне. Я не верю, не вижу, куда лететь, у меня лечу в пространстве. Направо летит, полети направо. Нет, я знаю, что нужно лететь направо, ты что? Уже со мной все начало! Кого? По-русски орай, у нас русские каналы. Так, такого я не умею. Ё-моё, чуть не умер от падения. Это опасно, сам не умер. Подожди, ай! Меня тоже там пере... Я немножко в здании застрял. В здании, вот. Хорошо. Так, подожди. Эдисон, я вот знал, что я куда-нибудь в Е. Вот, и, короче... А ты меня вообще видел? Нет. В смысле,
конечно, нет. Я погнал, типа, или что? Да, я перед тобой ехал только что 5 секунд. Ну, брат, мне кажется, обманываешь, потому что я тебя... Нет! Я застрял! В смысле, не видишь? Я только что перед тобой где-то 2-3 секунды ехал. Да, ты меня не видел. Ну, я в здании, может быть, потом... Нет, я перед тобой... Охренеть, люблю Майнкрафт. Люблю Майнкрафт. Да, у меня вообще, на самом деле, проблемы большие случились. Я не знаю, как я вылез из этого здания, но я еду дальше. А ты где? Я на парковке. Уже на парковке? Как ты так делаешь? Я не понимаю. Потому что я призрачный гонщик, ты меня не видишь, а я тебе, ты знаешь, едешь такой налегке, такой опа. Я там не вижу. Так, ты! Свою мать, подожди! Давай! Жека, мне... Я опять проблема. Подожди. Да! Где? Ты где? Я не знаю, где я. Я не знаю, где ты. Тебя ни разу за гонку не видел после вот этого. Понимаешь? Подожди, у меня тут проблемы. Так. И Евгений устремляется на финишную прямую! Я все, я финиш. Хорошо, подожди меня. Так, подожди, я хочу просто посмотреть, я увижу тебя хотя бы, когда ты будешь финишировать, потому что ты уже где-то на финише. Что у тебя там происходит? Нет. А, я вижу тебя. Давай! И Форест Эдисон устремляется к финишу! Подожди, да я отдышусь. Оле! Дышать нечем, уберите свой шлем этот проклятый! Эдисон, вперёд! Я бегу. Давай! Я добежал. Моя машина в доме застряла, я просто бежал половину этой карты. Подкачался за тобой. Да, дайте водички, пожалуйста, водички. Дайте воды. Сейчас, погоди. Пожалуйста. Сейчас, подожди, вода сейчас будет. Сейчас мы тебе выльем водичку. Вот, держи водичку. Спасибо. Искупаться не... А, не, мол, все нормально. Все, можете забирать ее, Вот еще вот так можешь, вот так вот. Да хватит! Все, нормально, водички хватит. У нас потом случился на карте. Потом. Да хватит меня топить, хватит. Охладись. Охладите мой пыл, пожалуйста. Да. Потек, Одесса. Я потек. Я предлагаю вставить огромный палец, как я уже сказал, на оба видоса. Если мы наберем по 15 тысяч лайков, то выйдет продолжение. Мы прям, мать ваша, мы прям обещаем вам, честное слово, обещаем, да. Да, я согласен с тобой, Единственное, еще нужно подписаться на наши каналы обязательно, потому что мы... Веселые пацаны такие, понимаете, да, такие. Вот, нужно обязательно подписаться. Спасибо всем, да, за просмотр, всем удачи и всем до свидания. Пока всем. Okay.